А вот еще одна байка из наших космических похождений. Хотите верьте, хотите нет, но в тот момент мы чуть не охерели. Когда нет кислорода в незнакомой атмосфере, нет скафандра, что же делать? Что же делать? Когда нет кислорода в незнакомой атмосфере, нет скафандра, что же делать? Что же делать? Когда нет кислорода в незнакомой атмосфере, нет скафандра, что же делать? Что же делать? Когда нет кислорода в незнакомой атмосфере, нет скафандра, что же делать? Что же делать? Однажды мы разбили где-то в шопе вселенной, наш кислород уже кончался, мы не знали, что делать. Андроид, ладно, он робот, но я же тоже не железный. Полезно, знаете ли, для жизнедеятельности дышать. Хорошо, мы про запас оставили немного шариков. После дня рождения андроида с прошлого года это был кошмар, везде целых две недели я дышал шариками, пока за нами не прилетели. Когда нет кислорода в незнакомой атмосфере, нет скафандра, что же делать? Что же делать? Когда нет кислорода.